Всем добро пожаловать! Вы попали на мой канал Stikis228, с вами как всегда я Игорь, а это игра Mobile Legends Bang Bang. И сегодня я буду покупать своего первого персонажа в этой игре. Я буду покупать персонажа нового, которого добавили. Замус вроде его зовут, сейчас посмотрим. Тамус, вот. Я его хочу купить. Он мне пригляделся. Он... Я так понимаю... А, он боец. Он не танк. Ну, окей. Ну что ж, ребят, давайте будем покупать. Это мой первый персонаж. Я его как увидел, вот прям мое сердечко. Это просто... Давайте покупаем. Боевые очки. Подтверждаем. Отлично, ребят. Все, мой первый персонаж за денежки. Ох, какой же он классный, ребят. Это просто восхитительно. Ох, это просто вообще. У меня нет слов, ребят. Фух. Так, давайте ежедневную награду заберем с вами. Что у нас там? События. Получаем. Подтвердить. Ну и давайте же сейчас будем пробовать... На что он способен, ребят? Боевые эффекты возвращения. Окей, давай. Давайте обычный матч. Ох, прям... Это просто будет, наверное, топово, ребят. Надеюсь, мое сердечко... Не промахнулась. Так. Давайте вот. Ох, вот он, ребята. Вот он этот Тамус. Какой же у него голос. Ох, я просто... Ох. Есть еще Лорд Призраков. Выглядит тоже, посмотрите, очень довольно-таки круто. Но это за алмазы, ребят. Это за алмазы. Наконец-то я потратил 30... Свои 32 тысячи. Я выскажу свою оценку об этом персонаже. Вот. Я только сегодня зашел вообще в игру. Вот, поиграл немного и накопил 32 тысячи, ребят. Фух. Сейчас будем смотреть. Сейчас будем смотреть, ребята. У нас тут убийца, боец, танк, стрелок. Кстати, вот этот Джонсон, он тоже очень классный. Он мне безумно понравился. Я вот за него поиграл. Блин, у него просто урон. Это, мама, не горюй. Вообще просто. Классный урон. У меня, кстати, игра начала загружаться довольно-таки быстро. Уже быстрее. На 100% прям сразу идет. Почти что. Не так, как было на 50 остановится. И все. Блин, ну выглядит, посмотрите, с хвостом. Это просто четко. Сейчас будем смотреть, ребят. Сейчас будем смотреть. Надеюсь, мы эту катку не сольем. Да. И будет у нас все хорошечно. Так. Воу-воу-воу-воу-воу. Тут сразу двое. Ох. Так, давай-ка я пойду отсюда. Блин, ну их там двое, плюс там Мия. Мне там не выстоять. Так. Если вы купили данного персонажа, то, конечно же, пишите в комментариях, как он вам. Мне кажется, он довольно-таки неплох. Ну, сейчас посмотрим. Поиграем и вообще посмотрим. Так. Бьет он довольно-таки неплохо, ребят. Да, хочу заметить.
Так, спокойно. Отлично, я уже кого-то, ребят, убил. Это довольно-таки круто. Ух ты, вы посмотрите! Это просто мощно разрывающе. Ох, как это круто. Так, пойдем-ка сюда, друг мой. Что-то я сейчас непонятное сделал, ну да ладно. Так, надо уже отсюда уходить. Мам-мам-мам-мам-мам. О-о-о-о-о-о-о. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Спокойно. Так, надо сейчас отхилиться нам. Ну, одно убийство у нас уже, считай, в кармане, ребят. Так, поехали. Урон у него классный, как бы. Урон мне у него понравился. Скорость атак у него не такая большая, но это для такого большого, считай, персонажа. Скорость атаки, в принципе, и должна быть не быстрой. Поэтому, в принципе, тут это смотрится неплохо. Блин, как же он говорит, это просто. Ай-яй-яй-яй-яй, уходим, уходим. Отлично, второе убийство у нас в кармане. Нет, 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 уходи! Черт. Фух, успел я. У меня, кстати, 0 смертей, но уже 2 убийства. Скилл у меня неплохой. Надо нам добить ту башню, ребят. Потому что, ну, если не добьем, будет плохо. Будет грустновато нам. Так, давай вот так. Ага. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Ты что делаешь? Я тебя не понял. Так, ты давай-ка тут это. Череда убийств, ребят. 3 убийства уже. Это довольно-таки классно. Просто работаем четко. И по плану. Я хотел вообще по нижней линии сначала пойти, но что-то не стал. Так, давай, давай. Ух ты ж, какой урон. Блин, это классно. Персонаж четкий просто, ребят. Вот честно. Без шуток, персонаж четкий. Так, меч-легионер берем. И идем дальше. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Ну ты стрелок. Давай ты и будешь против него. Так, идем сюда. Ох, приветули. Ах, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Спринт, давай-давай-давай-давай, уходим, уходим. Блин. Меня Мия убила. Черт. Вот же Мия. Вообще наша команда лучше. 10-2, как видите. Так, разрушена вражеская башня. Это хорошо. А, так. Мега убийство там у кого-то. Так, идем. Уже как 6 минут длится каточка. Ох, когти хаоса. Вот это бучок. Давай, 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 бро. Поехали. Так, идите, миньоны, туда. Отлично. Это просто четко, ребят. Блин, как же он болтает, это просто.
Так, ты давай поспокойнее там. Ай-яй-яй-яй, тихо. Отлично, убийство. Лазерный клинок. А, лазурный. Мне показалось лазерный. Извините то, что кашляю, я до сих пор не выздоровел. Но, ребят, пытаюсь, пытаюсь. У-у-у, здорово, бро. Давай с тобой поболтаем по душам. Так, я не хочу с тобой болтать по душам. Можно я уйду, пожалуйста? Черт, они за мной бегут. Так, давай возвращение. Кстати, поиграл я еще за Рафаэль. Отменный перс. Вот прям реально без шуток тоже отменный перс. Реально очень крутая. Так, что у нас там? Ну, в принципе, МВП у меня, наверное, не будет, ребят. Так, идем, 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 идем. Разрушена вражеская башня. Это хорошо. Блин, ну урон у него четкий, ребят. Это просто безумный урон. Вот реально без шуток. Вот я прям вообще не ожидал то, что у него будет такой урон. Ой-ой-ой-ой-ой. Беги-беги-беги. Так, регенерация. Вот так, давай. Отлично. А, это он типа притягивает, я понял, окей. Так. Так, ты давай поспокойнее там, бро. Блинский, убил он меня. Но я его тоже почти что завалил. Вот мой лежит чувачело. Я его тоже практически завалил. У него там прям совсем чуть-чуть здоровья оставалось, но если бы не было Хаебуса, я бы смог бы его победить. Хаебуса же, да? Или нет? Подожди, это не Хаебуса, что ли? Окей. Нет, это Хаебуса, скорее всего. Потому что вторая спецатака такая. Здорово, бро. Давай с тобой поболтаем. Уже как 10 минут идет каточка. Хочу заметить. Ты кто такой? Иди-ка сюда. Ку-ку. До свидули. Я тебе отомстил, бро. Запомни. Кто-то лорда активировал? Да ну, ты чё? Ура, убил. Отлично. Эх, Хаебуса, Хаебуса. Я б тебя убил, а ты такой. Проказник. Ах, тихо-тихо-тихо-тихо. Блин, нечестно. Втроем или вдвоем на одного нечестно. Вы что делаете? Так нечестно. Мы победили. Victory. Отлично. Блин, ну вот прям вообще бомбезный перс. Да, я не занял его МВП. Ну да ладно, ребят. МВП у того чувака, давайте ему поставим лайкосик. Что ж, друзья, давайте я скажу свою окончательную точку зрения насчет
данного персонажа. Давайте рассмотрим его по характеристикам. Живучесть. Живучесть у него... Да, отстань. Живучесть у него неплохая, ребят. Вот, смотрите. Один... Да уйди, не могу я сейчас. Один... одного как бы я убивал спокойно. Но если... двое было, да? Я их тоже мог убить. Но если там был танк, как бы я, мне его было трудно завалить. Вот. Поэтому живучесть вообще у него средняя. Ну, даже чуть выше среднего. Атака. Атака у него бомбезная. Урон это просто что-то немыслимое. Я вот, когда играл, я с таким уроном, даже у Рафаэль был урон чуть больше. Ну, вот, Тамуз, или Тамуз, Тамуз, наверное. Ну, короче, этот персонаж довольно неплохо наносит урон. По способностям, в принципе, они неплохие. Как бы сильные тоже, вот только первую способность я не очень понял. Типа, после того, как тебе этот диск идет, то немного притягивает того, в кого ты его пульнул, типа того. Ну, скорее всего, да. Вот. В принципе, третья тоже классная. Ну, способности вообще четкие. Ну и вообще, скорость атаки у него для такого персонажа, он большой для такого персонажа, в принципе, ну, угадаемое, предсказуемое, потому что, типа, быстро он же не может там всех разносить, да, он же, например, не такой, как Хаябуса. Вот. Вот. Ну что ж, я этому персонажу ставлю 8,5 из 10. Даже 9 из 10, это не натянуто. 9 из 10, это мое мнение. Есть у него, ну, там, недостатки, но об этом мы сейчас говорить не будем. 9 из 10, это моя окончательная оценка этому персонажу. Вот. Пишите в комментариях, как вам этот персонаж, если он у вас есть. Я специально купил его для ролика, да и просто я бы его купил, потому что вот он мне прям зашел, вы только на него посмотрите. Посмотрите, какая детализация. Это просто же вот прям за душу берет. Ну что ж, вы были на моем канале Stikis228. С вами был, как всегда, я, Игорь. Это была игра Mobile Legends Bang Bang. Сегодня мы рассматривали нового персонажа Тамуза. Или Тамуза. Я не знаю, как правильно. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте на колокольчик, чтобы не пропускать новых роликов и стримов. Вот. И также пишите адекватные комменты. Играйте в хорошие и качественные игры, такие как Mobile Legends. Всех люблю и пока-пока.